Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и я рассказываю, как вывести монеты Tron, так как мы зарабатываем в проекте Smart Bitpoint. Вот здесь вот общий счет у меня 23 600, сейчас на данный момент на кошельке у меня вот здесь вот в заморозке некоторые деньги, ну около 3000 трон сейчас здесь у меня на кошельке есть. Имейте в виду, что для данной операции у вас на кошельке чуть больше должно быть денег, то есть на 5, 8, 10 трон больше, потому что существует комиссия сети. Итак, давайте приступим. Я сейчас перехожу в мониторинг обменников и буду делать обмен, как я это делаю обычно. То есть я выбираю Tron и я выбираю Яндекс.Деньги. То есть мы выбираем тот обменник, который нам больше удобен. Давайте вот этот выберем. Здесь от 700 Tron можно обменивать. Почему от 700 Tron я показываю? Потому что на данный момент вы, если зайдете в Smart Bitpoint, ну, на 300 трон вход, то если вы пригласите человека, соответственно, вы будете получать 300 трон сразу с него. То есть 3 человека пригласили, 900 трон с первой площадки вы получаете. Ну вот такая картинка у нас получилась. Смотрите, отдаете 3000 трон, получаете 5899. Я уже пользовался этим обменником. Здесь вы должны ввести фамилию, имя, отчество, то есть это обязательное условие, чтобы если что-то пошло не так, соответственно, вы могли восстановить всю историю. То есть вот видите, у меня уже все тут как положено. То есть единственное, номер телефона нужно вводить правильный. Введя все данные, вы нажимаете «Продолжить». Смотрите, что нам требуется. Нам требуется подтвердить, что с правилами сервиса ознакомлен, проверить все свои данные и нажать «Создать заявку». Смотрите, вот на этот номер мы должны отправить непосредственно 3000 трон. Можно использовать QR, если вы работаете с телефона. То есть это будет выглядеть вот так, но я буду именно с TronLink сейчас делать эту операцию. То есть мы нажимаем, вызываем наш кошелек TronLink. Это приложение для браузера. Нажимаем «Send», здесь мы вводим адрес, здесь мы вводим 3000. В принципе, все, что нам нужно, больше ничего не меняем. Нажимаем «Send». Сейчас наша операция просто моментально подтвердится, все, деньги уже списались, то есть вот у нас осталось 659 при вас, еще деньги пришли дополнительные. После этого я нажимаю «Я оплатил». В принципе, все, сидим, ждем деньги. Обычно здесь написано 10-15 минут, но на это уходит намного меньше времени, обычно тут 3 минуты. Сейчас 14.13, посмотрим, за сколько деньги придут на Яндекс кошелек. Запомните одно, заработок без вложений в интернете — это как работа за спасибо. То есть вы пошли, что-то сделали, вам сказали спасибо, вы развернулись и ушли. Вы также на работу не ходите за спасибо, чтобы пришли на работу, поработали, какую-то операцию сделали, а вам за это деньги не заплатили. Вот и в интернете, если вы не платите, если вы не заплатили, если вы не отдали от себя, соответственно, вы и не получаете, или много не получаете, или работаете себе в минус. В основном заработок без вложений – это работа себе в минус. Ну вот, смотрите, сейчас 14.17, то есть прошло меньше 5 минут, 14.12 была заявка сделана, она выполнена была буквально меньше, чем за 3 минуты. Вот сейчас я получил оповещение с кошелька, что деньги пришли на кошелек.
То есть кошелек показывать не буду, здесь смысла никакого нет, мне что-то где-то доказывать кому-то. Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, заходите в Smart Bitcoin Tron. То есть первый уровень стоит 300 трон, из первого уровня 600. 600 трон у вас уже будет доход, со второго уровня 2800, ну и так далее. То есть вы прекрасно понимаете и считать умеете, взрослые люди. Поэтому всем удачи, профита и вот таких вот переводов к вам на вашу карту или на ваш электронный кошелек. Всем привет!